сильная агрессия против него. И судебные начали изыскание. Хороший кадр есть, хороший. Есть кадр уже везде. Вот нет, мы не будем смотреть. Знаете, вы меня просто затыкаете, мои авторские права. Знаете, я вообще нестандартный человек, понимаете. У меня внешность такая, такая, знаете, девчоночки. Но я очень агрессивная. Ко всем. Нет, вы просто, во-первых, вместе с каким. Вы мне затыкаете, блядь, время, блядь, скандала. По судебным вам говорю, понятно. Нет, вы растягиваете время. Знаете, мое время, оно сейчас казенное точное. А вследствие конференции НАТО. Ты знаешь, где я сидеть? А мне не важно. Я вышел прижитие уголовного мира. Ну, что сколько лет, где я сидеть? Ну что особенного бывает? Там, где петуха звук не слышно. Понятно. И вас заставляют приходить затыкать мой репортаж. К вам претензий нет. Окей. 22 года. Это тяжело. Я понимаю. Во время Германии там трех немцев убили автоматом. И меня трибунал судил. Где? Трижды. Ага. Мне трибунал судили. Интересно. История, видите? Не все сводится к одной и той же информации. Я говорю, там, где петуха звук не слышно, ты знаешь, где это? Нет, не знаю. Там, где солнце не видно. Ясно. Я вас поняла. Спасибо за интервью в любом случае. Окей? Все, что вы поняли, окей. Все, что не поняли, тоже окей. Окей, бай-бай.